Совсем скоро на телеканале ТВ3 состоится премьера сериала «Идеальная жертва». По сюжету Полина учится в художественном училище. Рисует картины на заказ, но клиентов немного. Однажды она пишет автопортрет, который за огромные деньги тут же покупают. Молодой загадочный красавец. Он обаятелен, нежен, богат и готов носить Полину на руках. Их отношения развиваются стремительно. Недолго думая, девушка соглашается выйти замуж, поселившись в его уединенном доме. И с этого момента жизнь Полины превращается в кошмар. Муж стремится во всем контролировать жизнь возлюбленной и готов удерживать ее рядом любой ценой. Главные роли в картине исполнили Василиса Симашкова, Станислав Бондаренко, Иван Чернов, Манана Татибадзе, Сергей Неудачин, Эмилия Климова, Ирина Обидина и другие. Премьера сериала «Идеальная жертва» состоится уже 20 октября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.